Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Грозы понемногу отступают, а вот жара набирает обороты. Итак, смотрим, что будет в ближайшие дни. Этой ночью на севере до плюс 15, облачность будет переменной, без осадков. Ветер северный 5-8 метров в секунду. И дневная температура ожидается до плюс 29. На севере этой ночью до плюс 16, также переменная облачность. Здесь без дождя, ветер северный 5-8 метров в секунду. И днем ожидаем до плюс 30, довольно жарко. И на юге этой ночью до плюс 16, также без осадков. Ветер северный 5-8 метров в секунду. Днем ожидаем до плюс 30. Ну а последующие сутки без осадков и температура немного повысится. У меня на этом все. До встречи.